Илон Маск неоднократно называл вывод человечества на межпланетный уровень основной задачей своего бизнеса. Самый богатый человек в мире всерьез нацелен на колонизацию Марса. С вами Команч Макс. Подписывайтесь на канал, и мы продолжаем. Маск готов потратить все свое состояние, или основную его часть, на реализацию проекта. Идея колонизации других планет существует давно. Роберт Хайнлайн писал о поселениях на Луне, Марсе и более отдаленных объектах еще в 1950-х. Но даже в XXCMF идея переезда оставалась в области фантастики. Хотя, похоже, Илон Маск намерен сделать ее реальной. Основатель Tesla планирует начать колонизацию в ближайшие годы. Технологический магнат считается самым богатым человеком на Земле. По крайней мере, на вершину рейтинга его ставит Bloomberg Billionaires Index. На 12 января состояние Маска оценивалось в 194 миллиардах долларов и, похоже, он намерен вложить большую часть активов на колонизацию Марса. Идеи, касающиеся Красной планеты, Маск озвучивал еще в декабре 2020-го, на церемонии Excel Sprint Award в Берлине. Уверен, уже через 6 лет люди полетят на Марс. Если повезет, то через 4 года, заявил миллиардер. Предприниматель не случайно выбрал интервал. Марс и Земля оказываются в оптимальном положении для путешествия каждые 2 года. Корабли Starship продолжают проходить испытания. Готовый аппарат сможет вместить до 100 человек. Маск надеется попасть в число первых пассажиров. Марс должен стать бэкапом для человечества. Но это не единственная роль будущего поселения, по мнению Маска. Он уверен, что ему удастся добиться автономности будущего поселения. Примерно 100 аппаратов Starship смогут ежегодно доставлять 10 миллионов тонн груза, включая экипажи, к новой колонии. Конечно, современные технологии предлагают потенциальные решения проблем космических путешествий. На МКС уже используются простые защитные экраны из полиэтиленовых мешочков с водой. Но станция облучается значительно меньше, чем Марс. Для колонизации планеты потребуются колоссальные вложения и технологические прорывы. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, до новых встреч!